Приветик всем! Я с ножом. Будем сейчас открывать посылочки, посмотрим. Я быстренько решила заснять, потому что я сейчас прибежала домой, мне сейчас надо быстренько опять убегать. Значит, пришла посылочка с Амазона, ладно, я потом открою. Здесь пришел чехол и защитная пленка для моего телефончика нового. И пришла посылочка от подписчицы. Олечка, спасибо огромное. Она захотела меня порадовать на день рождения. Поздравить меня с днем рождения. И прислала мне посылочку. Мне очень-очень приятно. Сейчас посмотрим, что там. Так, я сейчас такая немножко забеганная, в таком не очень хорошем виде, скажем так, потому что много-много сейчас движения надо. И завтра я уже, надеюсь, буду красоткой, я покрашусь чуть-чуть. Поэтому, так, что же здесь? Ух ты, это что? Organic Fragrance, что это? Body Lotion. Какой-то Body Lotion. Вау, мне это надо было, кстати. Ой, как вот открыть? Это вот это снимать штучка. Олечка, спасибочки. Мне реально надо был Body Lotion уже. Ну, давай, чик-чик-чик. Ну, как-то открыть, наверное, как-то, может, провернуть надо. А, наверное, несколько раз, чтобы он пока накачается. Ну, пошел. Такой Body Lotion-чик, какой-то органик. Вот смотрите. Я даже не знаю, что это за фирма вообще, если честно. Что? Как? Есть. Эвкалипт. Запах эвкалипта. Я буду красоткой, Олечка. Так, дальше. Еще. Ну, в общем, все, что я люблю. Так, что это? Вайтик, что-то тоже органик, в общем, все органик. Это что за кремчик такой? Может, для волос, наверное, что-то? Что-то, наверное, для волос? Ой, такой запах приятненький. В общем, какой-то кремчик еще. Я, в общем, потом разберусь. Боди-крем. Это тоже боди-крем. Это боди-лосьон, а это боди-крем получается. Я поняла, Олечка, это ты видела мое видео, где я говорила, что хочу подтянуть кожу. И ты мне прислала, чтобы действительно мне... Потому что я до сих пор ничего не купила, если честно. Поэтому буду сейчас вот скрабировать кофе и буду подтягивать себе в этими кожу. Вот шоколадочки. Видишь, что ты говорила? Тут ничего нету. В газетке ничего нету. Шоколад. Есть шоколад. Видишь, мы переписываем. Говорю, положи в холодильник шоколад. Ой, класс, спасибо. Мы любим шоколадик от Линд. Тоже вкусный, у меня тоже такой был. А вот таких, кстати, у меня не было. Это, наверное, может быть новинки, или я не видела. Смотрите, какой классный. Я этот не ела. Олечка, спасибо большое. Очень-очень приятно. Порадовала. Супер подарок на день рождения, потому что, говорю, я хотела, у меня нету уже Body Lotion, мы закончили, но у меня был такой от Бале. Вот, и я говорила в видео, что хочу подтянуть как-то кожу, надо что-то, и вот Олечка мне прислала аж две. Спасибо, дорогая, большое. Так, теперь, лишь бы еще не порезаться, сколько там времени я успеваю. У меня сегодня у Маши праздник в школе, Шульфест. Я сделала вчера, вот я показывала пирог, и сегодня это тоже надо отнести. Так, с Амазона, в общем, для моего телефончика чехольчик. Не порез. Так. В общем, защитная пленочка. Какая-то кристалл клей, не знаю, в общем. Да, экранчик, да, который. И заказала чехольчик такой симпатяшный вроде как. Сейчас, надо сейчас на телефончик будет его одеть. В общем, спешу, руки не стоят. Давай. В общем, можно тут вот так взять и перерезать, а я мучаюсь. Сама время теряю. Ой, это что такое? Это что, один, два, ремонт? Это протирать, салфеточки, походу, протирать его или что?
Или нет? Один? А не один, что-то там наклеиваешь? Еще надо разобраться, что это. Что-то наклеивать. А, они еще защитную пленочку мне прислали. Зачем я тогда заказывала? Вот. Они в наборе шел. Я и что-то не досмотрела, что там еще пленочка идет защитная. А это как? А, вот. Смотрите, вот такой симпотный чехольчик заказала. Сейчас надо поставить. Сейчас, минуточку. Так, мне надо, наверное, руки помыть, это жирноватые после лосьончика. Так. Что тут надо делать? Тут какая-то идет вот эти вот какие-то пленочки. Это, наверное, чтобы экранчик этот приклеивать или нет. В общем, я сейчас ночую. А, да, это эффект стерилизации написано. Quick drink. То есть это, наверное, а на русском ничего не напишено. Не написано ничего, ингредиент. Мне почему-то кажется, что это салфеточки, чтобы протирать. Потом какая-то вот такая фигнюшка идет. Если бы я еще на английском понимала, было вообще супер. Еще какие-то заклеечки наклеишь, что-то наклеиваешь. В общем, непонятно. Непонятно. Я английский не знаю, поэтому... А, это пленку как-то. О, Господи. А, это прикреплять пленку надо. Что-то ее так сложно прикреплять. А эти пленки также прикреплены, которые другие пришли. Где они? Вот эти. Они также крепятся? А, тоже что-то тут протирается. Понимаете, тут черт поймет. Вот эти пленки. Ой, их тут много, то есть менять, да, можно часто. Ну и все, тут просто пленки. Тут что-то протереть. А, кошмар какой. В общем. Сколько сейчас времени? Мне некогда. 20 минут уже. Ладненько, все, мне некогда. Что, шоколад кладу, а то растает действительно. Кладу в холодильничек. Так, это у меня сейчас остается, потому что мне надо сейчас бежать дальше. В общем, вот такой у меня получается чехольчик красивенький. Вот так оно будет. Сейчас ставлю еще пленочки. Потом уже поменяю, когда приду, разберусь, что и как. Смотрите. Классно, да? Мне нравится такой. Миленький. Для девочек такой. Ми-ми-ми. Все. Классно. Все, ладненько, девчонки. Буду. И мальчишки. Побежала. Потом переключимся еще. А мы уже дома. Да, девчонки? Сейчас мы покажем. Ой, так устала сегодня. И мама сейчас будет смотреть Друзья ангелы. Покажи, какая ты красивая. И мама... Вот так, а вот на вот. Меня посмотрите. Дельфинчики. А на меня посмотрите. У мамы тоже. Дельфинчики. Красота. А мама скажите, сейчас где будет... мы сегодня были? Мы были сегодня у моей школы Шульфест. Шульфест. Школьный праздник. И мама сейчас будет с нами смотреть «Друзья ангелы». Мама бы с удовольствием бы поспала чуть-чуть. Мама, смотри. Не морнула бы так чуть-чуть. Смотри. Это такие? Милочка, сделаешь мне сейчас массажик, а? Мама, но ты будешь смотреть? Я буду слушать. Мама, смотри. И смотреть. В общем, были сегодня у Маши... Мама! Ну, дай я расскажу, мама. У Маши школьный праздник, то есть там была вся школа, ой, там все, и игры для детей были, и сосиски и там, жарили. И там еще были тортики, музыканты. Пироги, там все приносили, это все продавало. Там были еще музыканты. А там черные вот эти. К сожалению, я не снимала, потому что там очень много детей было, да, и, ну, понятно, камера там все не снимешь, потому что попадали бы люди, дети, вот. Что такое? Ты решила мне включить вот рок. Мама, смотри, уже началось. Она чуть не могла. Да, я договорю. И что еще? Что там было? Я рассказывала что-то. А,
И я чуть-чуть выкладывала там в Инстаграме, в сторис можете посмотреть. Так что подписываемся на мой Инстаграм и следите за самыми свежими новостями. В Инстаграме вы можете увидеть то, что не увидите в Ютубе. Так что заходите в Инстаграм. Правда, редко там выставляю видео вообще так, но сторис можете посмотреть. И там я выставляла, в общем, сегодня то, что там происходило. Там такие классные африканцы играли. То есть классно не африканцы классные, они классно играли. Такие на барабанах, вообще класс, такая музыка заводная была, клевая. Вот, ну и вот эти все денежки, что собирали, и то, что мы приносили там какие-то тортики, это все тоже продавалось. Вот, и эти деньги будут идти на школу, да, то, что выручили. Так что вот так вот, вот такие делишки. Ой, я устала. Зеваю раз за разом, извиняюсь, хочу спать. Хочу спать. Милочка, сделаешь маме массаж? Чуть-чуть. А мама чуть-чуть покемарит. Ой, пришли только что, наклеила я пленку. Третью пленку наклеила. Две пленки испортила, в общем, пока наклеила. Третью наклеила. Хорошо, что пришло много пленок. Вот, наклеила пленку, одела чехол, все. Жду еще до сих пор, пока мне... поменяют номер. Еще не пользуюсь, хочу, чтобы номер мне старый мой уже перенесли сюда, на новую карточку. Вчера звонила к ним, подтверждала, потому что там то, что я дала такой запрос в интернете, надо еще устно позвонить и подтвердить. Так что подтвердила, надеюсь, что вот в скором времени это все решится, и я уже начну пользоваться своим новым телефончиком, ладно? Мама, давай, я хочу, чтобы ты снова... Извиняюсь, чтобы больше не зевать вам здесь в эфир. Все, давайте, идите. Уходите уже из эфира. Мама сейчас должна смотреть «Друзья ангелов». Мама просто обязана смотреть Машин мультик «Друзья ангелов». Все, мам, выключай. Все, пока. Ну что, в общем, киморнуть не получилось. Этот темнозик. Киморнуть не получилось, позвонила Гентаре. Надо идти сейчас до Гентаре. Надо идти пить вино. Надо идти до Гентаре пить вино. В общем, Гентаре муж уезжает на работу. Я тоже холостячка, поэтому сейчас пойдем. А меня показать. Решили провести прямую трансляцию. Покрасить волосы и чуть-чуть по бокальчику винца выпить. Поэтому сегодня же пятница, надо... Правда, честно, я бы сейчас легла, это хоть бы вздремнула бы. Или бы уже вообще покупалась и легла спать. Что-то вообще вымоталась. А меня показать? Давай резать. Все. Пожди. Беру компьютер, покажи беру меня. Краску. Да уже тебя все видели 100 раз. Меня должны смотреть. Мама, я хочу так сделать. Ага. Все, пойдем. Батарейка садится.